Кабачки, особенно молодые, можно без преувеличения назвать природным лекарством. В их мякоти содержатся не только белки и углеводы, но и каротин, минеральные соли, а также витамины группы В. Благодаря низкому содержанию клетчатки в кабачках, их часто используют в диетическом питании. Калорийность кабачков составляет всего 20 калорий на 100 граммов. Кабачки способны сохранять все свои полезные свойства даже во время долгого хранения, например, заморозки, и поэтому могут укреплять наш иммунитет круглый год. Кабачки, как правило, поддают термической обработке. Их жарят, тушат, добавляют в салаты, даже делают компот. Например, есть такой рецепт компота с добавлением алычи и кабачков. Такое сочетание придает кабачку вкус ананаса. Кабачки способствуют нормализации водно-солевого обмена и могут помочь вывести из организма излишки соли и воды. Благодаря своей низкой калорийности кабачки являются именно тем продуктом, который можно употреблять в неограниченном количестве. Употребление кабачков улучшает перистальтику кишечника, и лишний вес вам в этом случае не грозит. Экспериментируйте с блюдами, в состав которых входят кабачки. Добавляйте их в свой ежедневный рацион и получайте все те витамины и минералы, которые находятся в этом продукте. И помните, быть здоровым просто! До новых встреч!